Ждите очень тяжелый период. Макс Гордеев дал неутешительный прогноз касательно ситуации со светом. В своем интервью таролог рассказал, когда в Украине наладится ситуация со светом. Известный экстрасенс Макс Гордеев дал прогноз касательно ситуации с электроснабжением в Украине. Он сделал расклад Таро и заявил, что для полной стабилизации ситуации нужно около 6 месяцев. Наиболее тяжелая ситуация остается в Киеве и Киевской области. Я вижу негативный аспект, я вижу прилеты, которые еще, к сожалению, будут в этом регионе. Я вижу, что ситуация будет не очень позитивной, где-то до 2 месяцев будет то включаться, то выключаться, стабильности нет, и снова выпадает карта ожидания. В Киеве в ближайшем будущем стоит ждать прилеты со стороны оккупантов. Это повлечет за собой еще большие отключения, электроснабжение для потребителей. Очень тяжелая ситуация, и многое нам не говорят, потому что не хотят, чтобы эта информация выходила за рамки. Неделя нужна, чтобы ситуация стала более-менее стабильной, если не будет никаких прилетов. Но снова проблема в общениях людей. Но ждите очень тяжелый период, именно в Киеве. Карта Луны говорит о темноте, прокомментировал Гордеев. В целом, по Украине ситуация со светом будет стабильна примерно к началу лета. До 6 месяцев эта ситуация разрешится. К сожалению, сегодня выпадает карта ожидания. Проблема не в том, что мы не можем устранить неполадки, а проблема в том, что мы ждем выполнения обещаний. Я вижу карту иллюзий, нам что-то обещают, но на самом деле не выполняют. Нам помогают, но пока что нет тех необходимых деталей, резюмировал Макс Гордеев.